Привет всем! Сегодня хочу снять обзор на такой вот журнал «Все звезды» с группы Twice на обложке. Ну, скажу все, что говорю каждый раз. Журнал «Все звезды» больше посвящен плакатам. Да, ну, конечно, здесь есть статьи. Давайте полистаем весь журнал, может быть, что-то найдем. Это не будет очень долго, так что не успеете утомиться. И здесь есть плакат с Twice, и посмотрим, что у нас еще есть здесь вкусненького и интересненького. Так, сразу открываем, сразу видим что-то про Гарри Поттера. Тут, кстати, вот это вот, все это нейросети, там тролливали, вот это вот все делают. Всякие разные виды Гарри Поттера. Дальше у нас здесь Twice. Вот здесь вот про девчонок написано. Девчонок у нас здесь целых 9, поэтому, ну, сами понимаете, много всего написано. И вот такие вот они у нас, как всегда, розовенькие, всякие голубенькие и так далее. Сама статья. Давайте смотреть дальше. Здесь у нас Шакира, Дженнифер Лопес со своим тогда еще новым фильмом. Ну, журнал уже старый. Вот. Значит, что у нас здесь? У нас здесь есть Даниэлис New Jeans, Розе. Может, еще кого-нибудь пропустила? Лиса из Blackpink. Дальше давайте до плаката Twice дойдем. Ну, это вот, по-моему, констапни, вот это что-то, мне кажется, это старенькое. Вот. Я тоже особо не разбираюсь в Twice, но, по-моему, это из клипа прям. Они там даже так же и танцуют в такой же позе, в которой стоят на плакате. Так, что у нас здесь есть? Здесь вот у нас всякие разные звезды про первый поцелуй. Вот. Титаник. Титаник, кстати, выходил. В апреле, по-моему, уже неизвестно, там, ну, тут написано 4-й заход, но, как бы, вот, уже много раз выходит. Так-с, ну, что у нас здесь еще? Дженна Ортега есть, ну, в принципе, все. Надеюсь, вам был полезен данный обзор, он вам понравился. Заходите, у меня еще есть немножко обзоров на Twice, но в основном там у меня есть книга. Вот, недавно выкладывала. Может, к тому моменту, когда я выложу этот обзор, это будет уже давно. Вот, также журнал, скорее всего, есть. Но я, честно говоря, уже даже и не помню. Так что зайдите, посмотрите. Огромное спасибо за внимание и пока-пока.